Все. Диск прикручен. Добавляю смазки. Беру и прямо пальцем добавлю сюда вот между обоймами. Ставлю втулку. Добавляю здесь, вокруг втулки. И ставлю подшипник вместе с шайбой. Нормально? Нормально. В подшипники я не набиваю, так как она, эта смазка, которую я там положил, сейчас она разбежится. Даже сейчас крутить начал, видно, что в подшипник наполнилась. Лишнюю из середины убираю. Так, вот, протер шайбу, ставлю на место. И теперь можем идти и устанавливать на автомобиль. Аккуратненько одеваем ступицу. Берем, наживляем гайку. Все, здесь в принципе особо регулировать не надо. Здесь стоит дистанционное кольцо. И при этом в данный момент, вот где она у меня была, по старой, подшипники же не менял, по старой метке, так она и осталась, краской помеченная. Если посмотреть, вот она, краска мечена. Здесь беру и фиксирую ее. Теперь у нас остается посадить крышку. Прокладку я здесь ставить не буду. Я здесь посажу на герметик.
Также протираю крышку. Беру герметик, лактайт в шприце и наношу по периметру. Толстый слой здесь не нужен, здесь достаточно тоненького слоя. Дальше размажу пальцем. И закрываем крышку. Наживляю болты, но перед этим нужно вытянуть не получается, поэтому надо его подтянуть изначально. Вот так вот. И сразу устанавливаем стопор, если вдруг она у нас уйдет, чтобы мы могли ее достать. Я имею в виду полуось. Все, стопор стоит. Проверяем ступица. Ступица у нас крутится мягко. Наживляем болты. И затягиваем их. Болты я затянул. Здесь вот на прошлом автомобиле у меня вот в этом месте, я как подозреваю, попала влага в ступицу. Чтобы здесь избежать этого момента, я сейчас вот этот колпачок вот в этом месте посажу на герметик. Обычный черный герметик фирмы Абро. Вот этот торец маленько помажу. По мануалу здесь не предусмотрено никакого герметика. Это уже моя прихоть. Все. Устанавливаю на место суппорт. И прикручиваю его. В
Суппорт я притянул. Вставляю на место трубочку и наживляю штуцер. Все. Теперь беру новые колодки. Новые колодки фирмы Land Rover. Номер для заказа. Номер для заказа. SFP 30250. В комплекте идет инструкция. В комплекте идет новые штифты. Вернее, не штифты, а шплинты. Также идут новые штифты, 4 штуки, и новые разжимные пружинки, 4 штуки. Здесь вот такие пластинки радиаторы, и вот здесь стоят радиаторы. Вот эти устанавливаются отверстием, получается, с одной стороны. Для чего так сделано? Не знаю. Но стоят именно так. По старым. Посмотрел, старые еще родные. Устанавливаю. Так. А поставлю, наверное, этими отверстиями вниз. Чтоб меньше грязи набивалось. И это тоже получается вниз. Штифты смажу смазкой медной. Сейчас буду ловить отверстия. Поймал. И на второй колодке. На второй колодке поймал. Это я выровнял, потому что штиф должен быть шляпкой с обратной стороны. Я его сейчас переставлю, а фиксируется уже он шплинтами с этой стороны. Ну а теперь верхнюю вставляю. Одну и вторую сторону. Теперь они у меня отцентрованы спокойненько. Завожу. Беру пружинки, вставляю между колодок. Один шплинт, второй шплинт. Беру его, развожу одну сторону. И также здесь развожу тоже одну сторону. Колодки установлены. Теперь, так как я снимал суппорт, беру, прокачиваю вакууматором.
снимаю струбцину с тормозного шланга. Струбцину я снял. Открываю штуцер прокачки. Для начала жидкость побежит самотеком. Здесь сделан таким образом. О, побежала. Все, жидкость побежала. Беру вакууматор. Одеваю на штуцер прокачки вакууматор. Открываю и выкачиваю жидкость вместе с воздухом. Но так как она пробежала уже самотеком, там как такового воздуха не осталось в системе. Это идет уже чистая тормозуха. Здесь вот по шлангу видно пузырьки воздуха. Это он подсасывает под ослабленный штуцер. В суппорте воздуха не осталось. Закрываю. Все. Тормозуху я прокачал. Устанавливаю на место колесо и на этом замену задних тормозных колодок и заднего тормозного диска я закончил. Всего вам доброго!